На телеканалі «Репортер» традиційний до для цього часу випуск підсумків тижня. Це військові підсумки тижня. Більше місяця триває війна, триває агресія, не схована агресія. Країни під назвою Російська Федерація, Московія, ну як кому зручніше. Ми з військовим експертом Юліаном Аксьоновим підбиваємо підсумки цього тижня. Не місяця, я не бачив нічого такого символічного в тому, що місяць позаду. Отже, Юліане, вітаю тебе. Давай розпочнемо з того, що відбулося в Бердянську. Наскільки важлива ситуація, важливий епізод на театрі бойових дій там стався? Чи це така моральна перемога, чи це все ж таки дійсно важливий епізод стався з тим, що було завдано такої величезної шкоди військовим кораблям? Що ти з цього приводу думаєш? Да, приветствую тебя, Виталий, приветствую наших телезрителей. Бердянск – интересный эпизод, потому что здесь, знаешь, выражаясь футбольными терминами, можно сказать, что мы выиграли матч за 6 очков, забив всего один гол. Здесь мы перехватили некую психологическую инициативу. Теперь враг будет знать, что заходить в наши порты не столь безопасно, как казалось, даже учитывая, что ты контролируешь половину, а то, может быть, и всю область. А если рассматривать этот эпизод с военной точки зрения, то да, мы имеем поражение. Тотальный корабль затонул, большой десантный корабль «Саратов». Ранее сообщалось, что это «Орск», но вполне понятно, почему так получилось, потому что мы видим, что наш враг даже сейчас, когда уже идет, что называется, закрытым забралом, маскируют свои корабли, бортовые номера закрашиваются, все прекрасно знают, что они трехзначные, вдруг они стали двухзначными, и поэтому была некоторая плутанина. Непонятно пока еще, сколько вместе с этим кораблем ушло на дно БТРов, танков и личного состава, потенциально которые туда были привезены. Но здесь еще интересный момент. Что называется, Одесса может выдохнуть спокойно, потому что мы видим, что десантные корабли, которые гипотетически должны были быть задействованы в десантной операции, целью которой было как минимум выход к рубежам Одессы и ее захват максимум, мы видим, что это часть этой группировки работает в интересах Южного фронта, точнее быть Юго-Восточного. Той группировки, которая сейчас пытается захватить Мариуполь, та, которая оперирует в районе вот этого коридора Херсон-Мариуполь. А второй момент интересный, что теперь противник не сможет использовать всю длину причальной доски того порта, потому что Саратов ушел на дно, поднимать его вряд ли сейчас кто-то будет. Это нисколько сильно не затруднит, если будут планы и в дальнейшем использовать этот порт в качестве военным, когда будут заходить туда большие десантные корабли и не только. Но нужно будет там осторожно маневрировать, чтобы не зацепить, но опять же это не критично. Вообще, если говорить о результатах, то... Суммируя все сказанное, это одно попадание вобрало в себя сразу несколько факторов. Но если каждый отдельно рассматривать, то поражение не столь критично. И я вообще не люблю пафоса, а сегодня его очень много. Я понимаю, что люди психологически устали. Целый месяц идет война, и им нужны победы. Я не против, их нужно показывать, что и делается. Но от военного руководства, благо, мы это не видим, но какие-то журналисты, блогеры, лидеры общественных мнений тут же набрасываются на эти победы и раскручивают их так. Ну вот, извините, мы сейчас говорим про корабельную группировку Черноморского флота, который по разным данным насчитывает от 90 до 100 кораблей, а мы...
ну, сейчас второй, уничтожили первый еще, это Быков, когда возле Одессы. Известный эпизод, и то подтверждение пока, какие конкретно он получил повреждения и затонул ли он, мы не имеем. Поэтому давайте в сторону отбросим эмоции. Да, отличный выстрел, да, получилось, но... И что, кстати, важно, мы немножечко облегчили жизнь мариупольским нашим парням, которые держат оборону, потому что все то, что привезли эти корабли, должны были как раз идти в, я еще раз повторюсь, интересах той группировки, которая штурмует Мариуполь. Поэтому, пожалуйста, давайте сдержанно оценивать это. Второй момент важный – Чернобаевка. То есть говорят, что превратиться во вторую Чернобаевку. Здесь есть некоторые нюансы. Чернобаевка в зоне поражения нашей реактивной артиллерии – это 70 километров максимум. Здесь же, скорее всего, работала точка У, 120 километров, и мы не знаем, возможно, пришлось запустить несколько, чтобы преодолеть ПВО, потому что россияне развернули зонтик ПВО, который базируется в Крыму, и у них на вооружении не комплексы С-300, а С-400, уже следующее поколение, и, конечно же, верить официальным данным, характеристикам, тактико-техническим характеристикам, заявленным самими россиянами, ну, как-то неправильно, как минимум. Но логично предположить, что способность этих комплексов перехватывать баллистические ракеты типа .У, скорее всего, выше, чем у С-300. И теперь, после этого попадания, эти комплексы тем более будут, и расчеты этих комплексов, что называется, на... Стороже, настороже быть, и, возможно, они эту группировку из С-400 доведут до нескольких дивизионов, чтобы гарантированно прикрыть, и больше так не получится. Ну, не знаю, будем надеяться, что хочется, чтобы Бердянск был второй Чернобаевкой, но много нюансов. Продовжуючи морську тематику, давай поговоримо про Одесу. Тим більше сьогодні була свіжа інформація від нашого центру «Південь». А інформація була така, що диверсанти предприняли спробу висадитися на Одещині за допомогою катерів. Поясни, як це мало відбуватися, тому що у нас, у цивільних, це так на скутерах припливають якісь там рятівники «Малібу», выкидывается, а насправді, що це могло бути? Трудно, конечно, судить о том, что это была за попытка, говорить о чем-то конкретно, когда у тебя лишь сухое заявление, хотя оно так и должно быть, нам, да, гражданским, должны сообщать именно так, но, конечно, скорее всего, речь идет про диверсионно-разведывательные группы. А здесь много, опять же, нюансов. Вопрос, где они высаживались. Как правило, если мы говорим о диверсионно-разведывательной группе, то должны они высаживаться возле объекта, который представляет интерес для противника. Его либо нужно захватить, либо его нужно уничтожить. Какой именно объект сейчас расценивается таковым в командовании российских войск, трудно сказать. Если же это были какие-то ДРГ, которые должны, выражаясь военным языком, быть инфильтрированы в Одессу, то есть смысл высаживаться возле Одессы. Но Санжейка возле Одессы? Ну, географически да, но извините, вот ты высаживаешься в Санжейке, и что дальше? Садишься на мотоциклы, на мопеды, на машины, едешь в Одессу через блокпосты, здравствуйте, мы ДРГ. Глупо. Черноморск еще ближе, но те же сложности. Поэтому российское командование уже не в первый раз делает подобного рода шаги. Я даже знаю от военных, которые держат киевские рубежи, что там была попытка какого-то там морского тоже десанта, но десант банально не справился с управлением и не сдюжил мощное течение Днепра, их унесло ниже, провалилась попытка.
Ну, очень глупо, очень непонятно, что этим хотели сказать. Какая-то разведка боем выявит наши огневые точки, систему обороны берега, укреплений, ну, ночью, тоже как-то не совсем поймешь. Не знаю, не знаю. Скорее всего, это какая-то такая самодеятельность, инициатива. Пройдет, так пройдет. Нет, так у нас еще таких много. Мер Маріуполя нещодавно дав інтерв'ю Вадим Бойченко, сказав, що ще минулого року на важливі інфраструктурні об'єкти влаштовувалися на роботу якісь люди, які протягом там кількох місяців зливали інформацію щодо роботи водогону, роботи теплопостачання, роботи там електроенергетичних там підприємств і тощо. Чи була якась можливість там попередити все це? Чи це вже зараз ми знаємо, що по суті, без захисту залишилось. Як виявити? Сложно, сложно, конечно, если бы речь шла о каком-то крайне секретном режимном предприятии, ты же понимаешь, что там целая процедура по принятию на работу, а когда тебе нужен слесарь третьего разряда на насосную станцию, ну ты вряд ли будешь его отправлять в СБУ, заполнять анкеты, проходить спецпроверку. Поэтому да, здесь объективно сложно это делать. Как выявить, вернее, тут вопрос, когда можно выявить, уже когда все началось. Да, если люди слишком вызывают нездоровый интерес, вернее, его демонстрируют каким-то большим инфраструктурным объектом, и уж тем более явно ходят, фотографируют. Вот мэр Кличко пытался нам всем рассказать, как это делается, как они выглядят и так далее. Мне добавить нечего. Да, вот видите таких людей, пожалуйста, обращайте внимание, сообщайте им. А если видите представителей наших силовых ведомств, пожалуйста, покажите пальцем, подведите, расскажите, кто это и что это. Ну, если ошибетесь, не страшно, время такое, извиняться, и вы можете извиниться, ничего сверхъестественного не произойдет. Ну, а если поймаем, так отлично, удача. Ну, така ж інформація, ми читали вже також цього тижня інформацію від Гани Познікової, яка керує теплопостачанням міста Одеси, що були підозрілі особи, які намагалися влаштуватися на роботу. Залишаємося в Одесі. Як ми говоримо, останні тижні війна ближче, ніж ми це відчуваємо. Ми бачимо ці ракети, які збивають над Одещиною. Іноді ми знаємо райони, іноді ні, але це ми все розуміємо. Кожен день в кожному районі Одеської області відбувається церемонія прощання з захисниками. Захисниками я не буду говорити, яких регіонів, ми це розуміємо, тому що одесити вони по всій Україні захищають. І війна вже постукалася в наші домівки, на жаль. На превеликий жаль, це і близькі родичі моїх родичів. Ми бачимо, що Одеса і Одеський регіон ну аж ніяк не мають там права десь там розслаблятися і десь там дякувати там Херсону, херсонським захисникам, миколаївським захисникам, захисникам Київщини. Потрібно ну завжди бути напоготові. Яка у тебе думка з цього приводу? Да, конечно, конечно, безусловно, мы можем все выдохнуть и перейти к мирной жизни только после нашей победы. Даже, наверное, люди, которые живут во Львове, которые как бы пока явно не являются стратегическим направлением. Но да, к сожалению, остается очень мощная авиационная группировка, и мы видим, ты упомянул ракетные обстрелы, так вот как раз сейчас над нами, над нашими головами, когда мы слышим воздушную тревогу, это в большинстве своих случаев идет обстрел из крылатых ракет «Калибр», причем морского базирования. То есть врагу не составляет никакого труда их запустить, корабль может это делать прямо со своей стоянки, но, конечно, ради безопасности их стали выгонять чуть дальше, они буквально выходят на рейд, получают задание и работают по целям. Поэтому, ну, кто может дать гарантию, что, да, она может абсолютно быть
безглуздую, эта атака, какой-то даже, не побою слова, дебильный. Но кто даст гарантию, что завтра или даже сегодня в Одессу не прилетит какая-то ракета? Военные объекты в черте города остались. Все о них прекрасно знают, я повторяться не буду. Ну и мы не маємо права. Думаю, да, безусловно. Поэтому какая-то знаковая акция, вот так бы я назвал, и которая может угрожать гибели, в первую очередь, военных, то да, вполне возможно. Да, десантом, конечно же, нас уже особо не попугаешь, потому что все то, что я говорил про перегруппировку той группы кораблей, безусловно, плюс самое главное, у Одессы, слава богу, не стоят еще вражеские войска. И без этого проводить десантную операцию нельзя. Но попытки, вот опять же, активизироваться вот эти вот диверсионно-разведывательные группы, которые могут... Кстати, интересный факт, который был обнаружен еще в первую, буквально в первую, может, даже во вторую неделю войны. Десантники, которые были разбиты нашей спецназом Главного управления разведки и другими подразделениями под Киевом, в их боевых машинах находили комплекты формы какого-то там горводоканала, горгаза. Они, конечно, не соответствуют тому, что в Украине, но и, согласись, люди не все знают. Ну вот пришел человек в робе синего цвета, там какой-то кран нарисован. Ну, он вполне может поверить, что это представитель каких-то коммунальных служб. Поэтому попытки подобного рода никто не исключает. Они возможны, всякие диверсии, конечно же, возможны. Поэтому комендантский час – вещь серьезная, ребята. 8 часов сидимся дома, помогаем нашим вооруженным силам и полиции ловить тех, кого здесь не должно быть. Останні тижні ми обговорювали ймовірність вторгнення в війну, вторгнення в нашу територію білоруських вояків. Але ми якось поки що не обговорюємо ймовірність і потужність, так би мовити, так званих придністровських солдатів. Тому що мер нашого міста активно нагадує, і це було і 3 тижні тому, і цього тижня, наскільки я розумію, що ось є ймовірність, є така ситуація, що Тараспільські, там Бандерівські, справжні Бандерівські вже війська, ми розуміємо, що там стоїть російська армія, вони можуть на південь до нас, там, на зустріч. Що ти знаєш о потужності, о екіпіруванні, о можливостях придністровських вояків? Да, Рибницька повна кавалерія. Так. Ну, господин мер... Делает, конечно же, как я это понимаю, специально. Он памятует о том, что в Высшем антикоррупционном суде все еще лежат его дела. И после нашей победы перспектива продолжения этих судебных процессов очень велика. И, грубо говоря, набивает себе цену. Вот смотрите, у меня здесь все очень тоже сложно. Но я обеспечиваю порядок в городе. И уж тем более оборону. Я думаю, что скоро он и на это замахнется. Если говорить про боевой потенциал вот той группировки, что называется армией Приднестровской Молдавской Республики, никем не признанной, то здесь мы можем говорить, что одновременно под ружье для каких-то боевых действий может стать, ну, буквально... По нашим меркам, неполная в плане технического состава механизированная бригада, то есть около 3000 человек. По официальным данным, там 18 танков Т-64, сколько из них боеготовых, остается только догадываться, но я думаю, что мы не сильно ошибемся, если скажем, ну, допустим, 5. Есть еще какие-то дивизионы артиллерии, преимущественно ствольный. Есть установки «Град», но
все настолько несерьезно, все настолько непонятно, и дабы у наших телезрителей сложилось правильное впечатление об этой армии, нужно сказать, что в армии ПМР, к примеру, солдаты после 6 часов дня уходят домой. Они не ночуют в казармах. Это такая служба, своего рода повинность. Ее облегчили как могли, только для того, чтобы повысить престиж, и молодые люди охотно шли в эту армию. Но вооружение устаревшее. Да, говорят, правду говорят, конечно, про те самые склады 14-й армии с генеральным, с легендарным, вернее, командующим генералом Лебедем. Но, извините, этому вооружению уже 30 лет, его нужно уметь использовать, и нужны для этого люди. Одних складов недостаточно. Да и потом, если бы это была какая-то серьезная сила, ну, наверное, бы она была задействована с первого дня войны. Здесь же российский генштаб прекрасно понимает возможности этого войска, с позволения сказать. Поэтому, да и то войско, если даже белорусская армия намного мощнее, чем ПМР, и та призадумалась и очень крепко, то Приднестровье тем более. Поэтому не хочу показаться тем самым шапкозакидательством оперирующим. Осложнить обстановку эти люди могут, но это не критично. И сомневаюсь я, что мы увидим их, как, собственно, и белорусов, пока мой прогноз сбывается, дай бог, чтобы это так и происходило, что мы увидим и белорусов, и приднестровцев на нашей земле. Ну і останнє важливе питання, не можу не спитати тебе щодо того, що відбувається під Києвом. Багато цього тижня говорили про котел, який на з боку там Бучі, Ірпеня, Гостомеля підготували для орків. Я не досить розумію, що там відбувається. Різні блогери пишуть по-різному, але пишуть все. Ну так, так, так добре, так? З такою кількістю знаків, таких оклику, але є жертви нашої сторони, я не можу ставити дуже багато знаків оклику, тому що гинуть наші воїни, наші цивільні громадяни. Яка інформація є у тебе, яку ми можемо розголошувати? В классическом понимании котла, когда есть полное окружение и глубокий охват окруженных войск, то под Киевом не наблюдается. Там очень сложная обстановка для орков, очень сложная, но они пребывают скорее в оперативном окружении. Оперативное окружение – это когда нет физического, когда твои пути отхода и снабжения физически не контролируются противником, но находятся на расстоянии его той же ствольной артиллерии выстрела. То есть они под огневым контролем. Там скорее полукольцо. Буча, Ирпень, Гостомель. По разным данным, в этом затруднительном положении пребывает около 2500 российских войск. Они отрезаны от своего снабжения. Каких-то активных боевых действий им вести не удается, потому что банально они не знают, а когда им привезут топливо и боеприпасы. Мы видим, как зачищают передний край вот этой вот группировки, который растворен среди сел. Эти села сейчас постепенно, очень медленно, но уверенно берут под контроль наши войска. Я думаю, уже все видели видео, как люди, извините, в подштанниках выбегают из наших домов, говорят, не стреляйте, мы сдаемся, сейчас все расскажем, покажем. Поэтому говорить о том, что на киевском направлении именно сейчас отбросили врага на 50 или 70 километров не приходится, но вот эти вот самые 50 или 70 километров скорее расширили периметр обороны. Это немножечко разные вещи.
Там еще очень большая группировка со стороны Чернобыля наблюдается. Она получила хорошенечко по зубам, но говорить о том, что она полностью утратила свою боеспособность, конечно же, нельзя. Я понимаю одно, что вот эти войска, которые нависают над Киевом, Чернигов, Харьков, Сумы, Ахтырка, они сейчас получат кое-какое подкрепление, кое-какое, потому что качество его вызывает сомнения, как и в личном составе, так и техника, потому что есть сообщение о том, что снимают с консервации старые Т-72 первых модификаций, а это совсем не для войны сегодняшнего дня. Там даже система управления огнем очень древняя, там стоит, кто понимает, баллистический суматор, такой специальный аппарат, который нужно вводить вручную все значения и потом только осуществлять выстрел. Ну, мы же понимаем, что в современной войне сидеть и вбивать что-то, времени нет, и ты пополнишь ту самую легендарную 200-ю бригаду. Да, они получат кое-какую подпитку, где позволит ситуация, они будут активничать, где нет, они только ожесточат свое сопротивление. А главное направление удара, конечно же, будет Мариуполь и зона ООС. Вот здесь вот у нас, конечно же, будут большие трудности. Они и так уже возникли, особенно с Мариуполем. Но пока та группировка, которая у нас была до войны на Донбассе, она не находится в зоне какого-то серьезного окружения. Ее фланги вполне контролируемы. Да что там говорить, практически, наверное, процентов 70, а то и 80 позиций, которые мы держали до начала войны, они продолжают удерживаться, потому что ну, за 7 лет там было накопано, настроено и укреплено так, что вот те самые орки, усиленные корпусами ЛДНР, они просто как морковка обтерку стираются и просто ждут пополнения, когда еще можно вступить в бой, чтобы хоть где-то как-то прогрызть нашу оборону и там организовать коридор, через которые они пройдут. И то вопрос, хватит ли им сил, даже если они что-то выгрызут. Поэтому да, постоянно мы слышим об этой оперативной паузе. Где-то она присутствует, где-то нет, но, судя по всему, у наших врагов очень большие проблемы с укомплектованием выбывших. Я не знаю, удастся ли им найти ровно то количество, которое сейчас зарыто в российской и украинской земле, а кто-то не зарыт, те, кто лежат в госпиталях. Вопрос в том, что качество этих воинов. Если уже идет разговор о том, что формируются группы из, простите за тюремный жаргон, вертухаев, людей, которые просто в тюрьмах охраняют заключенных, ну, понимаем, да, какие из них бойцы в общевойсковом бое. Ну, поэтому, да, Киев, я так понимаю, смирились, что его не взять. Будут лютовать в Чернигове, Сума, Ахтырка, Харьков. В принципе, такая же ситуация, как в Киеве. Их оттесняют, немножечко зачищают. Да, еще хотелось бы сказать о том, что нас люди почему-то считают себя вправе требовать от начальника генерального штаба и президента вот каждый день выходить и рассказывать вот все как есть, в подробностях. Иначе мы вот не понимаем, а врете вы нам или нет. И где же ваше хваленное, обещанное контрнаступление? Нужно понимать, что мы с первого дня войны откатывались и закрепились на тех рубежах, которые очень удобно и выгодно нам удерживать. И вот шикарная позиция для обороны не значит отличная позиция для контрнаступления. Потому что если вы забрались на какую-то высотку, вы отлично контролируете все, что вокруг вас.
Но вот когда вам нужно наступать, то как минимум время нужно с нее спуститься. А противник это видит и знает. Это я очень упрощаю, чтобы людям было понятно. Поэтому контрнаступление не выглядит так, как мы привыкли видеть в фильмах про Вторую мировую. Ура, большая цепь, ведет командир-герой, всех вперед. Нет, это будут точечные операции. Вот контрнаступление хотите? Ну, посмотрите, что на той же Киевщине делается, когда потихонечку, село за селом, освобождается, подчищается вот эта вот группировка, которая зашла с территории Беларуси и России. Вот это и есть контрнаступление. Интересный момент по деблокированию Мариуполя. Я так понимаю, что как минимум возможность проведения такой операции, она обсуждается. Потому что вот перед нашим эфиром я как раз посмотрел интервью командира полка Азов. Там он сказал, что у него был разговор с президентом. И все, что нужно было, он от него услышал, много позитивных моментов. Видимо, такой сценарий рассматривается. Но опять же, мы понимаем, что это все секретно, и дай Бог, чтобы это случилось. Дякую, Юліане. Дуже змістовно ми обговорили все, що відбувалось протягом тижня. Основне. Спостерігаємо далі, чекаємо на гарні новини і чекаємо перемоги, вона все ж таки станеться. Дякую, до зв'язку. Спасибо.